Всем привет! Сегодня хотел бы поговорить с вами о платформе Cibus. Создатели Cibus поняли, что мелким производителям необходимо место для дальнейшего развития и вывода продукции на международный рынок, которым до сих пор, к сожалению, им недоступен. Именно в этой платформе Cibus поможет им. Таким образом, платформа Cibus решает многие проблемы. Пользователи смогут отслеживать полную цепь доставки товара от фермы до стола. Вся производственная пищевая цепочка, основанная цель платформы Cibus, заключается в объединении изготовителей, производителей и продавцов или трейдеров пищевых продуктов и диетических добавок в одной функциональной взаимосвязанной платформе на основе технологии блокчейн и обеспечения прозрачности с помощью достоверных данных, находящихся в распределенном регистре, к которому любая страна может получить доступ. Вообще, Cibus платформа будет сосредоточена на четырех модулях. Первый модуль – это Cibus Trace. Отслеживание любых продуктов питания на всех этапах производства, то есть от фермы к столу. Второй модуль – это Cibus Social. Это социальная платформа, связывающая продавцов, продуктов и других пользователей. Третий модуль – это Cibus Retail. Это виртуальный рынок между предпринимателями и потребителями, основанные на технологии блокчейн и криптовалют в качестве средства осуществления транзакций. И четвертый модуль – это Cibus Trade. Cibus Trade предназначен для оптовых закупок, осуществляемых трейдерами для торговли с другими трейдерами или производителями. Одна из особенностей, которая отличает Cibus от других почти таких же проектов, заключается в том, что Cibus, помимо всего, собирается запустить аппаратное обеспечение, лучшие, качественные и усовершенствованные, интуитивно понятные элементы, которые могут постоянно отслеживать и отправлять данные на блокчейн, как только единица продукции переходит от производителя к конечному пользователю. Почему стоит вообще выбрать именно Cibus? Приложение Cibus расходится с другими блокчейн-модулями на основе эфириума. Причина в следующем. Первая причина – это производители смогут загружать в общий регистр данные, связанные с отслеживанием безопасности продуктов питания. Вторая причина – это потребители будут иметь в распоряжении все рычаги для проверки данных, связанных с безопасностью продуктов питания. Третья причина – производители могут проверять тип и количество запросов данных, которые осуществляют потребители. И четвертое – Cibus Social будет работать как пассивный канал данных на усмотрение потребителя. Давайте посмотрим, как Cibus оценили на площадках отслеживания ICO. Какие оценки им дали? Вот, допустим, Icomarks 8.1, Fondica 8.5, Icorate 4. То есть он заслуживает внимания, оценки очень высокие. Люди оценили его по достоинству. Остается 17 дней до окончания ICO. Плюс они дают 30% к покупке токенов. Софкапа уже собрано. То есть проект заинтересовал многих. Ну, конечно, до хардкапа они наверняка не дойдут. Но софкапа уже собрано, что неплохо. Давайте еще посмотрим на команду. Давайте посмотрим. Вот, смотрите, посол бренда Шериф Усман Цар, международный футболист, одобрил. Консультанты. Каждого соцсеть. Мне, конечно, тут никто не известен, но они не скрывают. Так что вот здесь можете перейти на каждую соцсеть, Телеграму, они очень хорошо отвечают. Почитать новости на Твиттере, Фейсбук. В общем, отличная платформа. Мы просто сможем есть качественный продукт. Только из-за этого стоит их поддержать. Всем спасибо за внимание и пока.